Твоих ближайших преследователей они в произвольной на 10 баллов обходят. Здорово. Канадцев. А в общей сложности на 13 баллов. Алена и Робин. Давайте посмотрим, потому что это первый раз катается программа. Не хочется говорить ни про уровни, ни про элементы. Может быть, что-то само отметится. Но хочется посмотреть эту программу для того, чтобы представлять, как... Браво.
Потрясающая будет программа. Ее еще украсят не сделанные элементы. Потрясающая будет программа. Не менее грустная, чем в прошлом году. Да, очень... трагическая программа. Да, мне очень понравился заход на подкрутку. В этих двух корабликах. Не помню, они в прошлом году, по-моему, так не делали. Да. Ну что же, для начала сезона они справляются. Мне очень программа понравилась. Мне очень понравились элементы, композиции, все мне понравилось. Ну, конечно, они должны делать, там, сальто пропустили. У них смена элементов. Потому что вот они сальков поставили вперед немножечко, да, прыжок, и он его сделал. Все это делает. Борта короткие. Короткая программа на меня произвела меньшее впечатление, потому что там как бы не было дуэта. А они все-таки очень сильные. Именно в таком дуэтном танце. Ну, из-за отсутствия этого дуэта в плане такого вот эксперимента в короткой программе они вряд ли имеют право. Потеряют. Они же уже, имеют право. Да, ну, тоже надо в короткой программе набирать и не тереть. Просто не выделены элементы.